Всем привет! Сегодня у нас 4 апреля 2024 года, Беларусь-Бобруйск. У нас была неделя аномальной жары, плюс 20-25 градусов. Сегодня, правда, минус 1 где-то так. Снежок. Сейчас, наверное, где-то минус 3 по ощущению. Прохладненько. Но это только сегодня. До этого было, можно сказать, плюс 20. Посмотрите, как подросли мои малышарики. Они выросли, наверное, если там было сантиметров 5, да, то сейчас они где-то 10. В два раза они выросли. И вот такие крупненькие, уже собирательного размера, но я их брать сегодня не буду. Я их еще здесь оставлю для того, чтобы посмотреть, как же они будут развиваться дальше. Но остальные я уже буду собирать, потому что носиков новых повылазило очень и очень много. Вот, я надеюсь, будет видно. Смотрите, сколько стоит новых пирамидок. Вот. Вот эти все носики, которые кверху стоят, это все сморщики конические. Сейчас мы с вами пойдем их собирать. Вот уже. Это, конечно, самый большой размер. Остальные, которые я так одним глазом вижу на сегодня, на сейчасний момент, значительно меньше. Но к чему хочу показать. Вот это самый большой пока. А вот это самый маленький. Вот этому буквально пару дней. 2-3 дня. Посмотрите, малыш. Совсем малышарик. Так что начинается жара. Пойдем скоро все за сморчками. Ну, давайте приступим к сбору сморчков. Эти мы оставим на подрастание, пусть растут для наблюдений. Вот такие малыши мы тоже собирать не будем. Но пойдемте дальше. Хожу очень медленно, потому что... Ой, боюсь подавить. Очень-очень много идет вот таких вот маленьких малышариков. Ну и, конечно, для сбора сморчков у меня вот есть ножик в корзине лежит. Он нам особо-таки и не нужен. Так, где-то тут я прошлась, просмотрела уже. Ага, вот. Ну, и первый грибочек, который пойдет ко мне в корзинку. Они, видите, прекрасно отрываются. О, спрятался. Вот первый экземплярчик. Ну, с открытием сезона официальный сбор сморчков. Так, вот этот маленький мы брать не будем, конечно же. Идем дальше. Так. Ну, этот, я даже не знаю, брать его, не брать. Ай, пусть подрастет, что тут сварится, ничего от него не останется. Смотрите, вот этот малыш тоже не возьмем. А вот этот уже можно забирать. Так. Куда тут встать, чтобы их не подавить. Вот. Так, третий пошел. Смотрим. Так, пойдемте дальше. О. Смотрите, видите, вот малыши идут. Вот такие маленькие. Страшно ходить.
Потому что понимаю, что подавлю. Вот и этот придет к нам в корзинку. Дальше. Идем дальше. Вот. Чуть не раздавила. О. Сидит прям возле ноги. Вот, малыш. Пусть сидит дальше. А вот этот можно собрать. Ой, давай, пошли ко мне. Оп. Так. Вот. Так, ну вот этот мы тоже давайте оставим, пусть подрастет. Пойдем дальше. Вот. Забираем. Идем дальше. Так, только бы не подавить. Забираем. Так, вот этот я даже не знаю такой интересной формы. Оставим или заберем. Ну ладно, пойдем в корзинку. Так. Вот уже сколько в корзинке. Вот этот можно забрать. Вот этот можно забрать. И пойдем к нам. Вот. Так, смотрим дальше. Смотрите, какой малыш. А рядышком, о, какой богатырь. Вот это да. Это уже по-любому нужно забирать. Переросток даже. Вот. Малышарики идут. Оставляем их на подрастание. Ой. А вот этого можно забрать. Этот нам подходит. Потихо корзиночка заполняется. Немного, но сколько есть. О, какие сидят красавчики. Новая локация. И здесь смотрите, какая встреча неожиданная. Маленький-маленький сморчок деликатесный. Только-только пошел в рост. Совсем малыш. И рядышком конические. Вот. Один малыш сидит. И вот постарше. Этого мы, конечно, заберем. Новое место. Вот такое. Здесь мой любимый пенек. Можно сказать, это даже мое любимое место. Потому что здесь я впервые в своей жизни нашла сморчки. Посмотрите, какая находочка. Вот малышарики сидят.
Вон какие маленькие. Малыши, малыши. И вот еще идут. Смотрите. Совсем младенцы, светленькие. А давайте сыграем в игру. Всем нам известно, что сморчки отличные маскировщики. И вот тут где-то прячется сморчок. Кто его заметил? Сморчок большой. А вот так. А вот так. Вот такой красавчик сидит. Так уже, конечно, лучше видно. Но попробуй его еще и разгляди. Вот первая семейка сидит. Вот. Как тут заснять так неудобно. Сел. И вот вторая рядышку. Но не совсем-совсем, видите, маленький. Вот это 2 сантиметра, этот, наверное, 3. Этот тоже около 3 сантиметров. Этот вот 2 сантиметра. То есть даже и собрать толком нечего. Ну, возьмем только эти 3, наверное. Вот эти 3 заберу. Ну, вот и подошла моя тихая охота сегодня к концу. Вот такой скромный результат на сегодняшний день. На этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Удачной вам тихой охоты.